Всем привет! Motorhead? Нет, не Motorhead. Вы все знаете, что группу Motorhead я не люблю. Мне скучна эта банда. Хотя один музыкант там очень, конечно, мне импонирует по работе в группе Hawkwind. Когда он нам даже песни писал, играл на гитаре и на бас-гитаре, и вообще выделывался как хотел. Я имею в виду Килмистера, господина Лемми. Вот. Но я сейчас не об этом. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы пишете комментарии под моими монологами. Мне приятно читать и комментарии, и дискуссии, которые возникают в результате этих комментариев. Я иногда принимаю даже в них участие, но извините, что на все комментарии не отвечаю, потому что много работы еще есть, кроме моей болтовни здесь. Вспоминаю молодость в основном. Меня просят очень часто современную музыку показывать. Я ее показываю, там достаточно много в роликах есть современной музыки. Я как-то стараюсь отслеживать более или менее. Хотя такой вал, такое количество хорошей музыки сейчас, такое ее столько хорошей, прекрасных пластинок, такое количество, что не успеваешь их все прослушать и даже увидеть, даже узнать. Очень много выходит отличных записей, совершенно невероятного качества и фантазии и прочее, прочее. Ну, кое-что у меня таки бывает. Но мне же хочется вспомнить все-таки то, что я любил и продолжаю любить сейчас, то, что я любил, когда был молодым. И сейчас, как, поскольку я остался молодым, я все это продолжаю любить, короче говоря. Вспомни группу Uriah Heep. Это наше детство, наше с вами детство. Для кого-то, может быть, это вообще новинка. Но это для молодых людей это новинка, поэтому это и их детство тоже сейчас будет. Uriah Heep, пластинка Sweet Freedom, 1973 год. Ну, Uriah Heep – это одна из любимейших групп советских школьников, советской молодежи, советских меломанов там, 70-х, 80-х годов. Хотя в 80-е годы уже пошла другая музыка совсем. И пошла и условно называемая «Новая волна», и панк-рок, и все это захлестнуло. Я уже говорил много раз, что это стерло с лица земли все, что было до того. Ну, правда, все это осталось в виде пластинок, никуда не делось, но тем не менее. Так вот, советские школьники, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep – это было наше все. Наше просто… Мы этим дышали, мы этим жили, мы обменивались информацией, обменивались фотографиями, пластинками. И вот эту штуку я люблю чрезвычайно, она у меня в таком вот в оригинальном виде. Находится старенькая, хорошенькая. Вот так вот она. Тут вклеена еще страничка одна специально в обложку. Вот такая затейливая обложечка Sweet Freedom. Как я уже говорил, 73-й год. Dreamers Stealing One Day, Sweet Freedom, If I Had Time, Seven Stars, Circles, Pilgrim. Ну, во-первых, почему я взял именно этот альбом? У меня ранние пластинки Uriah Heep все собраны. Именно ранние, подчеркиваю, там уже средний и поздний период мне, честно говоря, не очень интересен, но это мое уже личное мнение, пристрастие. Мне очень нравятся и первые альбомы. Единственный альбом, который мне не нравится из байронского периода, это, пожалуй, «Солсбери». Но это, опять-таки, на мой личный вкус. Ну, там «Demons and Wizards», «Look at Yourself», «Demons and Wizards», «Magicians Birthday», который тоже под большим вопросом как-то. Но это опять-таки я свое мнение высказываю, но тем не менее. И потом вдруг вот эта пластинка, которая записана во Франции была, поскольку там не нужно было платить такие адские налоги, как в Англии. Музыканты предпочитали, серьезные музыканты, большие, которые получали большие деньги, выпускали большими тиражами пластинки, они предпочитали записываться, конечно, вне Англии, потому что отдавать 90 с лишним процентов своих заработков в качестве налогов, это никому не интересно. The Rolling Stones записали свой, наверное, самый лучший альбом «Exile on Main Street»
во Франции и Дэвид Боуи работал там, и Джет Ротал, и Род Стюарт, и кто только там, Элтон Джон. Вот это налоговое бегство, оно было очень принято. Юрай Хип последовали примеру своих товарищей, записали во Франции эту пластинку. И она неожиданно оказалась рубежной, я бы сказал. Это некий рубеж. Это не то чтобы изменение стиля, хотя и изменение стиля тоже. Изменение звучания, изменение настроения, изменение подачи. Как будто, знаете, как будто музыканты вот жили в какой-то, не в избушке, а в каком-то старинном замке, ходили в одеждах, в таких, в халатах колдунов, в рыцарских доспехах, в каких-то старых камзолах. Вот эти пластинки, записывая, начинают «Look at Yourself» и «Demons and Wizards», «Magicians Birthday», заросли волосами, такие вот были старики-колдуны. Потом вдруг им как-то это приелось, они сделали ремонт у себя в замке, вставили новые окна, навесили новые двери, перестелили полы, убрали со стен паутину, переоделись, помылись, побрились. Не подстриглись, правда, потому что здесь еще с волосами все в порядке у всех, как мы видим. Но музыка зазвучала совершенно по-другому. Осталось юрайхипство, которое исчезло потом в средний период. Творчество, оно вообще исчезло куда-то. Сейчас его уже практически не слышно даже. Но вот юрайхипство, вот это прогрессивное, условно говоря, звучание, вот эти клавишные полеты, мелодизм Хенсли, голос Байрона, все это осталось, но появилось такое свежее дыхание, мощь, драйв, ярость какая-то в музыке. И так это все заиграло. Dreaming, первая композиция, Dreamer, точнее, Stealing, я прочитал, Dreaming. Dreamer. Начало пластинки совсем не характерно для привычного Юрая Хип. Барабаны. Потом Керслейк на пару с боксом задают, с Миком Боксом, да, если кто не знает, задают такой, просто такое начало, такой эпиграф к песне. Две гитары бокса в разных каналах с квакушкой. Он виртуознейший исполнитель музыки на квакушке. Вот что я скажу. У него уникальный гитарный тембр. Ни у кого такого нет. Сверлящий, звонкий такой. И чуть-чуть звонкий, одновременно немножко притупленный такой. И едкий очень. И он так с кваком работает. Фантастически просто. Непередаваемый звук. И вот в двух каналах дуэт Мика Бокса самого с собой. А потом врубается Кен Хенсли и понеслось. И Гарри Дейн на бас-гитаре здесь, конечно, вытворяет чудеса. На всем альбоме, я чуть позже об этом скажу. Но вот этот самый Dreamer, он такой с элементами фанка неожиданно. Тяжелый рок, современный абсолютно. Люди и сейчас так играют, и молодые группы сейчас играют такую музыку, и старые группы играют такую музыку. Прифанкованный такой тяжелый рок с мелодизмом Юрая Хип, с прекрасным, почти оперным вокалом Байрона. И так эта песня несется. Постоянные кружева гитарные вокруг голоса Байрона играет Мик Бокс с этим своим... Вот эти вот штуки гитарные его фантастические. И такая энергия сразу, бац, вот это новый Юрая Хип. Это новый Юрай Хип. Не тот, который будет потом уже скучный, хардроковый, обычный, не мелодичный, в общем, вымученный, а просто обновленный, такой свежий и кайфовый. Stealing, вот вторая песня, которую я перепутал с Dreamer. Окончание. Просто мощь. Начало ничего не предвещало, а потом общий вруб и искаженный орган Кена Хенсли, такой в одной ноте с гитарой, и Байрон распевает монолог покаянный о том, каким он был плохим парнем и как ему нужно сделаться хорошим, чтобы дальше хоть как-то влачить свое существование. Ну, очень проникновенная песня и очень трогательная. Кстати, первую песню, вот Dreamer, которая
вырубает сразу. Ее писал не Хенсли, ее написал Гарри Дейн и Мик Бокс. И она так и дает, гитарно-басовая такая штука. One Day, вот песня Хенсли, третья, она уже чистая, просто хенсливская такая. Баллада не баллада, как у Хенсли всегда бывает, торжественная, медленная и в то же время агрессивная, роковая. Песня прекрасно поет здесь, такой мелодизм. Вообще это чемпионы по мелодике, конечно, Юрай и Хип были в то время, это чемпионы. У них такие мелодии, которые, ну, мало с кем можно сравнить. Это такого качества музыка, еще раз повторю, такого качества музыка на нескольких пластинках Юрая и Хип, что, ну, это высший эшелон, высшие пробы просто мелодии, фантастически и исполнено, и аранжировано, и спето все. Просто на уровне таком божественном каком-то. И мало того, что вот эту безумную мелодию неземной красоты поет Байрон, как Гарри Дейн здесь играет на гитаре, на бас-гитаре, это нечто. Это один из лучших, наверное, бас-гитаристов в рок-музыке, Гарри Дейн. Это потрясающие партии у него, потрясающие. Он играет много, очень много нот, но... Там Джон Энтвистл играет тоже очень много нот, но у него другая совершенно манера, другой подход к аранжировке, к игре на бас-гитаре. А Дейн играет продуманные партии, играет то есть там настоящая полифония. То есть в ключевых моментах, в таких вот, когда все выходят там в тонику, например, он играет интервал обязательно. Он никогда в тонику не залезает, а в тонику играет. Ну, в тонику, то есть, ну, если, что это такое, да, если там в соль-мажоре там идет кусок, тоненько, значит, соль, там, в соль, бум-бум-бум-бум-бум, все играют соль, бум-бум-бум-бум. Дейн играет всегда интервал. То есть, вот когда проходная какая-то, проходной кусочек, он играет в тонику, а потом, когда взлет и вот такой вот, как бы, тутти все вместе, бабам, он в интервал уходит и, так, и играет партию совершенно какую-то другую, в разрез. Так, и настолько интересная музыка получается благодаря бас-гитаре здесь. Именно благодаря игре Дейна. Тейна. Очень интересно, безумно красиво. Вот если начать это расслушивать, именно игру бас-гитары, она уводит в какие-то совершенно другие области. В сторону от песни, в сторону от основной линии, и потом это все вместе складывается, и получается объем. Такая красивая аранжировка в каждой вещи практически здесь, абсолютно в каждой. Ну вот «Sweet Freedom», последняя на первой стороне, классическая песня Хенсли, очень пафосная, она мне нравится меньше всего на этом альбоме. Потому что она слишком пафосная, слишком классическая, слишком привычная. Как всегда, очень хорошо сыграна, хорошо спета. Но никаких откровений в этой длинной красоте хенклевской я для себя не нашел. В отличие от первых трех песен, которые просто неожиданные и страшно красивые. «If I Had The Time» – это уже Хенсли разгул. Разгул Кена Хенсли полный. Тоже начинается все. «If I Had The Time» – та-да-та-та-там, та-да-та-та-там. Ну, я петь не буду, лучше послушать. Очень красиво, тоже с переходом из ярости в эту вот в спокойную часть, где поет Хенсли, там «If I had a time thing», потом Хенсли и Байрон. Да. И потом опять тихо-громко, красиво, с синтезаторами, с органом, все безумно здорово. И Мик Бокс продолжает свои кружева там наворачивать. Очень кайфово. «Seven Stars». Дикое веселье, которое редко было доселе у Юрая Хип. И Байрон там поет еще в конце A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Для тех, кто не знает английский алфавит, очень хорошо. Но очень веселая песня с чесовой гитарой акустической и с мощью адской совершенно. Circus. Акустический номер. Очень красивый, с акустическими гитарами. И «Пилгрим» – эпическое полотно, одно из самых мощных, наверное, у Юрая Хип, если говорить о эпохальных таких полотнах, монументальных. Очень красиво. И там удивительное соло Мика Бокса на гитаре. Настолько неожиданное, настолько фразы интересные он играет. Так,
именно фразировка, ну, не спутаешь ни с чем. И она просто какая-то, неоклассическая музыка. При этом это рок, это с этим кваком адским, все потрясающе. Из нескольких частей полотно, это «Пилгрим». И такое оно прямо... Оно очень хорошее, оно гораздо лучше, чем «Магишин звезды», например, на мой взгляд. Так что я считаю, что следует выпить и переслушать эту замечательную пластинку «Sweet Freedom». Она действительно замечательная. Мне так кажется, во всяком случае. Пока.